Кочехокоберт – чудо Арцаха. Кочехокоберт расположен на вершине горы между селами Калатак, Патера и Хндаристан. Крепость была возведена в VIII веке, во время арабских нашествий и до X века называлась Хачинской крепостью. Кочехокоберт был одним из излюбленных туристических мест для жителей Арцаха, если не самым любимым. К Кочехокоберту вели две основные дороги через Калатак и Хндаристан. Любители экстрима предпочитали восхождение через Калатак, а любители более спокойных походов – через Хндаристан. С первых шагов вы оказываетесь в горном лесу возрастом в несколько тысяч лет, внизу которого протекает река Хачинагет. Дорога до Кочехокоберта занимала в среднем 4 часа. Всю дорогу надо было шаг за шагом идти вверх, хотя густой лес не позволял понять, как высоко ты взобрался. В какой-то момент лес заканчивается, и перед вами вырастал словно из-под земли Кочехокоберт. Вы понимали, что остались последние, самые трудные и самые опасные шаги. После преодоления отвесной скалы можно было считать высоту покоренной. Такие картины бывают только в кино. Впечатление такое, что ты на вершине мира, над тобой только небо, а перед тобой бескрайние лесистые горы, покрывающие весь Арцах.